Все нормально, стоишь. Смотри вперед. Давай на счет три. Да, ты меня толкнешь. Но тебе нужно отпуститься сначала. Ты отпустишься, я посчитаю. А если ты скажешь три, толкнешь? А если не толкну? Ты кто кого обманет здесь? Поромсить еще раз. Я бы там подожду. Там подождешь. А если что-нибудь? Чего-нибудь? Не знаю. Давай на счет три. Да чего боишься? Перед тобой уже все проверили. Никто не долетает. Никто не долетает. Никто не долетает. Я долечу. Ну долетишь, привет и передавай. Сразу этому тоже там бородатый должен встречать. Ему сразу по бороде. Ты че бычара, да? Ладно, так и быть. На счет три. Да. Отпускайся. Нет, отпуститься нужно заранее. Постоишь с веревкой в руках, я тебя посчитаю. Не, я можно спуститься? Не-не-не. Серьезно? Серьезно. Уже спокойно стоишь на экзите. Да я уже не чувствую, они у меня сами стоят. Давай. Я не готова. Готова. Я же вижу. Можно лучше подзаправить. Там не страшно. Там я управляю. Да все очкуют, я тоже. А! Я думаешь, штаны пятнистые, почему? Ну если обозрался, не так видно было. Не боись. Потом поедем пиво пить. Я лучше бренди. Ой, в это. В Эври едет бренди вкусный, а этот Фрита Пас. Такая закусочка. Я не пью, но сейчас вот. Еще не знаю, и не думаю, еще что. На счет три. Давай, руку отпускай. Отпусти, ты уже стояла так. Возьми за веревку. Да стоишь же. Нет! Да! А! Угу. Собралась, собралась, все, давай. Бери прям. Разобралась, еще раз собралась. Леш, это так страшно. На самом деле мне не страшно. И все. Че нам жить нагоняешь? Потом мы сейчас тут тоже площадку все описим, обкакаем, потом подкопнемся на этом. А, будет весело. За веревку берись. Еще раз берись, стоишь. Уверенно стоишь.